Лапшанка – это колония многоклеточных животных. Лапшанка – это показатель абсолютной чистоты экологической системы водной. Это мечта любого аквариумиста, если у него в аквариуме развивается вот такая колония. И она прикольно выглядит. Да. С такими точечками я вижу. Да. Это чистая, значит, вода. Достаточно кислорода. Да, вот как чистая. Достаточно проточности, да. Да. Вот она в трубе тоже видно сквозь, да? Угу. Там есть чуть-чуть, там мало. А сейчас вот мы уберем, почистим трубочку. Снимай, видишь, колония забила всю трубку насквозь. Сейчас мы ее почистим. Ужас, как забила. Да. Мшанка. Да, вот он, вылезет кусок. Кусок колонии мшанки. Сейчас я трубу почищу изнутри. Здесь посмотрим. Как сильно. Как сильно. Наверное, там еще воронка будет. А что там воронки нету? А вот кажется, вот здесь как грязно. Ну это там просто сбаламутился ил. Ой, крикота. Поймал стрекоза? Да, кажется. Блин, а что там за? А ну-ка здесь есть рыбка? Ой, лягушка! Лягушку сама вам отдадим сейчас. Снимай, снимай. Ты снимай, ты смотри туда в экран. Лягуха, квакуха. Ну, да, смотри туда, снимай. Ой, блин. Внимательнее. Внимательнее, ребятки. Еще появится сом. Не сон, а сом. Пойдем этих лягушек, этих отдадим черепахам. Кажется, я сама не дышу. А нету. Нет, сама нет. Он спит. Он испугался наших рыб. Я ничего не ускачу. Не ускачу, ты успею. Пошли лягушки. Ой, а черепахам отдавать пошли. Покормим их прям, пошли. Вон туда. Ой, я слышал кого-то. Смотри. Так, подожди, садись. Ты убил ее? Да. А. Оглушил. На. Смотри, снимай, снимай, снимай. Снимал? Снял? Да. Ой, трясется. Мне жалко. Не надо жалеть, черепах, не жалко. Снимаешь? Угу. Ух ты. Все. Тащила. Ой, дерутся.
Жаль, ничего. Смотри, смотри, снимай, снимай, снимай. Я снимаю, снимаю. Все. Снял, да? Мне это, этих рыбок очень жалко, что это, их так кидают. Да иначе они вырвутся из руки.